не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Миндортранс Республики сообщает, что в столице Тувы и на главных дорогах Республики 1 апреля появились дополнительные фото- и видеофиксаторы нарушений правил дорожного движения. А также 4 новые камеры уже работают на трассе Р-257 Енисей. Они установлены там, где трасса проходит через населенные пункты, либо примыкает к их территории. В частности, это города Туран и Чадан, села Сукпак и Хайракан. Дополнительные камеры появятся и на улицах Кызыла. На федеральной трассе Р-257 в районах города Турана, Сукпак, Хайракан и Чадан установлены 4 стационарных комплекса в общей сложности. Комплекс называется СКАТ-С, фиксирует нарушения, связанные со скоростным режимом. Также в городе Кызыли на перекрестке улиц Кочетова-Чурдум установлен комплекс «Автомаршал», который фиксирует проезд автомобилей на красный свет и пересечение стоп-линий. Соответственно, при нарушении выносятся протокола. Сейчас аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» насчитывает 26 видеокамер, рассредоточенных по всему городу. На прошлой неделе в тестовом режиме уже начала работать система фото-видеоконтроля на пересечении улиц Чульдум и Кочетова, одном из самых оживленных и аварийно-опасных перекрестков столицы. Кроме того, в городе ежедневно работает один передвижной пост фиксации нарушений и 2 мобильных комплекса в области остановок и стоянки автомобилей. По городу в мобильном режиме работает комплекс АПК Park Ride. Он установлен на автомобиле нашего предприятия. Он курсирует по маршрутам, которые заранее обговорены с ГИБДД, и выносит протокола за неправильную парковку. Принцип работы, то есть как описано в ПДД, если машина стоит на запрещенном месте более 5 минут, соответственно, выносится штраф. Планируют парк передвижных постов фиксации нарушений ПДД увеличить до 3 систем, которые будут распределены не только в Кызыле, но и в районах Тувы. Компания «Российские железные дороги» выступит генеральным подрядчиком строительства первой железной дороги в Туве. С участием куратора республики Максима Орешкина подписан договор РЖД и ТПК о строительстве железной дороги Кызыл-Курагина. Построить ее обещают за 4-5 лет. Магистраль Кызыл-Курагина длиной 410 километров должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России, а также обеспечить транспортировку угля с Элегестинского месторождения. Инвестиции в строительство ветки составляют более 126 миллиардов рублей. Уточнили в РЖД. Глава республики Шалбан Караул ранее сообщил, что к строительству железной дороги из Кызыла в Курагино планируется привлечь железнодорожные войска. По его словам, с таким предложением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Отвечая на вопросы журналистов, зачем к строительству ветки планируют привлечь военных, генеральный директор, председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров объяснил, что это обусловлено сложными условиями работы. Железная дорога будет строиться в горной местности, и для ее возведения необходимо проложить 8 тоннелей общей длиной 11 километров и построить 127 мостов протяженностью около 16 километров. Республика Тува – один из лидеров в России по числу родившихся детей. Только за 4 месяца этого года показатель рождаемости в регионе почти в 2 раза превысил среднероссийский. В связи с этим мест в детских садах не хватает. Решить проблему с очередями в детские сады регион намерен прежде всего строительством новых дошкольных учреждений, а также строительством новых групп в уже существующих садах. В Кызыле построят 7 ясельных корпусов для детей в возрасте до 3 лет. Корпуса будут построены в детских садах номер 7, 11, 28, 30, 36, 38 и 39. Каждый корпус рассчитан на 30 детей. Таким образом, будут созданы 210 мест в садиках. Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин. Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Проект был разработан проектно-сметным бюро «Авангард». В ближайшее время начнется строительство в детских садах номер 7 и 11. Закончить планируют в 3-м квартале текущего года. До 10 апреля мэрии города Кызыла планируется направить в Министерство закупок республики заявки на повторное размещение закупки по 5 ясельным корпусам. Всего в Туве, включая районы, согласно федеральному проекту, будет построено 17 таких корпусов с общим охватом 540 мест.
Курс доллара на сегодня составляет 65 рублей 19 копеек, евро 73 рубля 29 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В теплое время года прогулка на велосипеде набирает популярность среди взрослых и детей. Как и с любым транспортом, у владельцев велосипедов возникают вопросы об их парковке и хранении. Для парковки существуют различные противоугонные устройства, начиная от простых замков, тросов и цепей, заканчивая велосипедными сигнализациями. Стоит отметить, что некоторые модели велосипедов очень дорого стоят, что может привлечь внимание злоумышленников. Так, 31 марта в полицию поселка Кайхем поступило заявление от 39-летней кызылчанки о краже велосипеда. По словам женщины, ее сын оставил велосипед возле магазина, отправившись за покупками, а когда вернулся, велосипеда уже не было. Второй факт кражи зарегистрирован в тот же день в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Кызыльский». Мужчина обратился с заявлением о том, что в ночь на 31 марта грабители прямо из ограды его дома украли велосипед. По данным фактам ведется следствие. Повышенный уровень холестерина в крови мало кто воспринимает как опасный симптом. А между тем, высокие показатели плохого холестерина – прямой путь к инфаркту и инсульту. В основном причины высокого уровня холестерина таятся в нашем образе жизни. Неправильное питание – главный виновник. Есть множество продуктов, богатых холестерином, которые при этом не оказывают особого влияния на его уровень в крови. Они содержат хороший холестерин – ЛПВП. Опасность для нас представляют продукты с высоким содержанием насыщенных жиров – мучное, жирные сорта мяса и сыра, шоколад, майонез, чипсы и весь фастфуд. Именно они приводят к накоплению вредного холестерина ЛПНП. Также способствует развитию этой болезни сидячий образ жизни. В офисе перед монитором компьютера мы катастрофически мало двигаемся. Из-за этого появляется лишний вес – еще одно основание для повышения холестерина. Табак и алкоголь также способствуют этому недугу. В торговом центре Гаруда специалисты проверяли содержимое уровня глюкозы и холестерина в крови у всех желающих. Такие акции Минздрав Тувы проводит на постоянной основе. Их можно встретить и на столичном Арбате, в молодежном сквере. Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и организовываются на открытых площадках, для того чтобы любой житель, вне зависимости от загруженности своего графика, мог сдать кровь и узнать результаты в короткие сроки. Второго апреля во всех школах города Кызыла для учащихся 4, 5, 6, 7 и 11 классов стартовали всероссийские проверочные работы. В этом году ВПР представляют собой итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах вне учебное время в каждом классе для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и критериев оценки. Нововведение этого года – автоматическая генерация вариантов проверочных работ для каждой из школ на основе банка заданий. Начались ВПР с иностранных языков для 7 классов и истории для 11 классов. Работа по иностранным языкам состоит из 6 заданий и включает в себя письменную и устную части. По истории для учащихся 11 классов это проверочная работа, которая включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводится 1,5 часа. Проверочная работа 11 классов содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней, также по истории и культуре родного края. Проверка знаний продлится до конца апреля.
15 апреля в Кызыле пройдет первый мастер-класс в формате вечеринки «Art Party Tuva», на котором будут писать картины. Что вас ждет? Музыка, отличная компания и много творчества. Если вы ищете способ уйти от монотонной реальности, то вам просто необходимо посвятить свое свободное время чему-то, что по-настоящему увлечет вас, будет подстегивать вашу фантазию и подтолкнет вас к поиску креативных решений. Иногда подобные увлечения даже становятся делом всей жизни. Мастер-класс пройдет в кафе «Бао» по адресу улица Кочетова, 95. Организаторы Юлия Андар и Угулза Кулар. Генеральный информационный партнер «Радио Голос Азии». Стоимость участия 1000 рублей, в которую входят холст, краски, облепиховый чай и, конечно, сам мастер-класс. Как отличить мастера своего дела от дилетанта? У него профессиональный инструмент или уверенный взгляд на предстоящую работу? Возможно, но еще одно важное отличие настоящего мастера – это наличие качественной спецодежды. Да, вы не ослышались, в любой работе выбор подходящей спецодежды очень важен, поскольку такая униформа снижает воздействие внешних факторов, повышает безопасность труда и, что немаловажно, подчеркивает ваш фирменный стиль. Здесь вся одежда представлена в широком ассортименте. Костюмы немарких цветов, качественная спецобувь, а также медицинские халаты и многое другое. Строитель, токарь, сантехник, электрик, автослесарь, врач – для каждого найдется свой комплект. И, кстати, в Химтопе весь товар проверен на качество и сертифицирован. Одевайся с умом на Юнакурседи 103/2. По республике переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2, местами от минус 7 до минус 12. Температура воздуха днем от плюс 12 до плюс 17, местами от плюс 2 до плюс 7 градусов. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1, днем от плюс 13 до плюс 15 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.